Ну, то есть вы не хотите пообщаться со СМИ все-таки вот так в открытую? Я с удовольствием... То есть вы прикрываетесь прислугой? Нет, я с удовольствием общаюсь со СМИ. У меня есть опыт, к сожалению, такой, что из контекста... Вот коллега продолжает все-таки писать. Ну, ты его работаешь. Да, из контекста вырывается фраза, и преподносится, что это ясно.